О, всем. Здорово. Привет. Чем могу помочь? Счастливого пути. Лок, дальше. А, он шкаф поставил. Приветик. РЛ, ау. Тебе сразу вопрос. На печеньке какие критерии? Печеньки? В ролике. Да. Ну, начнем с того, что один анрол. А так мне вообще по барабану на самом деле. А ты планируешь до какого босса дойти? До какого планирую прийти? По максимуму? Ага. Понял. Просто я, ну, если ты думаешь о том, то что вопрос задаешь, там, топ, там, 10, там, ДПСеров, там, печеньку рулит, там, или, блядь, если одна шмотка, то 10, мне, ну, как бы на эти правила вообще все равно, рулить будут абсолютно все. Ну, конечно, те, кому нужно, как, реально, у кого это 10 присутствует, хотя бы одна шмотка. Дайте каску по ДК. Так, что там у нас? Блядь, встали посередине. Что, блядь, встали? Ну, три хила здесь. Медведь, давай потихонечку чистить. Да зачем? Давайте на боссе, лучше ребафнемся. Еще не один раз помрем. Ну если три хила будут хилить, то не помрем. Ну, сука, у кого, блядь, руки из жопы растут, я не знаю, но как вы так, блядь, можете, сука, стагрить, блядь, мобов? Вы пиздец, там. Хильте там. Блин.
Дайте каску по ДК. С ума ли бежать? Будет сум, есть лоб. Окей. О, огурцы. Так, пала бафы на мага. С один паладин. Главный там. Thank you.
Ну паладины, ё-моё, дайте ж вы каску. Помагом. Нах нам он. Я быстро колечко сейчас открою на саму. Не, ну просто начали уже бафать, да бафать уже до конца. Спасибо. Могу порт поставить. Ну, барабану я могу потанчить. Не, ну порт я сейчас сам потому что там подходу монету забрать. Чтобы поставить. На порт есть там в начале два раунда. Пойдешь танком, будешь ролить на ДД, да? Кто? Да, давай спекайся. Я тоже на кота буду ролить, Мишка. Че, в Дискорде же надо было написать, да? Да, да. Угу, написал. Так, что он получается? Вот это, блядь, жирный. А, да. Так. Печенька. Так, ну тогда я еще доберу одного ДДР, ДД там. Yeah.
Если на Киана сова. Ирку всю заразил. Ну я изначально был собой. Ничего не знаю, я уходил, а ты был хилом. Я в гифле пришел с собой. Не колышет. Не спорю, что у меня хил гораздо бачи, а тебе чего слова. Но приходил я с собой. Ставил бы камни, зачарил бы босса что-то. Да вот все времени не было для этого сделать. У меня он... Потому что ты не сова, просто, вот ты все. Смотри, я делал. Так тебе больше нравится? Даже ты, по-моему, кинжал выбил, да? Да. И не только кинжал. Ну, остальное купо. Да ладно, особенно я. Вот ленточка, да. Finish him. Fight. Сейчас в Каражане мы обоим ленточку тоже выбили. Тоже, кстати, деньги. Блять, вот я только зашла. А деревья развелось у нас. Вот за что ты так со мной, а? Лес. Нет, чтобы сказать. На месяц ничего не упало. Все. Я тебя могу обрадовать. Ни разу снежинка не упала. Я уже сомневаюсь, что она падает. Мне кажется, когда она... Не-не, она падает. Я только видела ее один раз. Я видела на песке, в котором она нафиг не встала. О! Она ждет, когда мы пойдем нормально. Я забыл. Четыре я вижу. Четыре шаман вроде какой-то был. Ну, шаман, паладин, принц, друид. Да. Шаман, все. Finish him. Дайте в шкаф, ребят, пожалуйста. Да, это Мишка, а, ты как пальму в первую группу посадил. Катаху взял. Дайте кувырикал полок. Рыбу поставил, кто не ел рыбу, пишите рыбу. А лапка будет? Это важно, я думаю. Коли, приз твой знакомый или чё? Он с медальоном Ордеев в ПВП спит. Ну чем хилить будет? Рейнками, блядь? Ну а чем он будет хилить, блядь? У него таланты вообще пиздец. Ну. Какой прозорливости пиздец? Нету, блядь. Камень? Да. Вот ты все нахаз, блядь, ты поймешь, а что ничего не будет. Финиши. А давайте танки. Первый танчик, кто давно? Медведь будет? Тёма, или ты будешь? Как скажешь. Ну давай, давай ты тогда на себя возьмешь, если что, медведь потом на себя заберет, если ты упадешь. Так, все готовы? На пул на дисперсера. Все во фрейм босса встали. 5 секунд. Дайте ему набрать агро. Не надо мне давать, нормально. Давай, агри. Агри, долго стоим. Все в один фрейм встаньте, не разбегайтесь, лужи не ловим.
Щупы залили? Залили щупы. Щупы залили? Разбежались. Вихрь не ловим. Все разбежались. Лужи не ловим. Захиливаем рейд. В лужах не стоим. Один фрейм стали, босс убьем. И бабла. Залили шипы. Дайте Геру. Щупы залили. Щупы залили. Разбежались, вихрь. Лучше не ловим. Один фрейм стали. Бэр дайте. Щупы залили. Бэр. Не понял, блядь, вы что, как умираете? Потому что медведь не стоял в одном фрейме со мной, нахуй. Он мне кривом уебал на 60 тысяч. Поднимайте всех. Бля, как эти запасы? А масс-рез не работает, да? Слышь, вот вопрос такой. Я вот как бы иду танком, ролю на ДД. А какого тогда у нас ДД будут ролить на танка? Не понял, чё? Ну вот смотри, ты идёшь в танке, ролишь на ДД? Ну, в принципе, да. Я, в принципе, вообще мне надо ролить на ДД. Ну, в плане, вот сейчас выпали наручи на танка. Кто их будет ролить? Ну, они латные, блядь. Ты ролишь. Латные, ну, блядь, я в плане того, что не было как бы танков, нахуй, и будут ролить ДДшники на танка. Что-то какая-то хуйня. На успех просто будут ролить, и все. Ну, вот, ну, будет на успех ролить, а тебе приоритетом, так как ты идешь танком. Проблема. Как всегда, блядь, все обычно. Не, ну просто я обратно могу сейчас спекнуться, блядь, в ДД, нахуй, и как бы пускай находят танка, будут ролить на танка, мне поебать. Мне как бы и танка приоритетно одевать, что я танчу для гильдии, блядь. И... Плюс влияют латники просто... те, которым нужны эти наручи на танк. Ставьте плюс, кому эти наручи нужны. Да, черчи.
Никто не поставил плюс, они нахер никому не нужны. Все, вопрос закрыт. Слышь, давай лучше я буду магов танчить. Да, 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 я что и хотел. Блять, вас надо местами поменять. Медведь, ты давай с левой стороны, дисперсия будет с правой стороны. Он будет танчить магов, ты будешь милишных мобов. Танки спускаетесь, хилы, подойдите поближе к ним. Подхиливайте их. Все остальные так, стоят здесь. Мой, получается, зоне. Этот помощник, да? Да. Помощник, помощник. Поставьте, кого вы собрались тянуть там. Медведь милишников забирает. ДК отводит этих кастующих помощников. Друид, отводи, отводи, отводи. Все, РДД, играйте по помощнику. Поставь метку, пожалуйста. По черепу играйте. Все, теперь в остальных играйте, скелетом. Блять. Квест, походу, на заразу будет, блядь. Чего ты взял? Ну, потому что... Тут его нет. Дарнована нету, великана нету. Так что, скорее всего, либо Валька, либо зараза. Ушла она. Ну, хотя, по-моему, Синдра была. Тяните с правой стороны, мобов собирайте. С правой сначала. Все, Тём, ты забирай помощника, медведь милишных забирает из себя. Милишники играют по милишным, РДД играют по помощникам. Все, все играем по милишным оба. Дайте каску кулак по ДК. Да, кстати, кулака по ДК нету. Что он падал? Я тоже падал. Давайте с правой стороны уже заберите последнего помощника. Давай, медведь, забирай на себя скелетов. Там ДД. Так красиво. Два помощника прибежало. ДК, зачем ты тянешь к нам? Кто кого тянет к нам, к вам? Да ДК какой-то протянул, блядь, тупо вайпнул рейд. Блядь, сказали справа. Там стоял один последний моб. Я спустился, стаунтил его, поднялся в свою метку, притянул его. И все. Хули вы ебените сразу-то? Он сагрился на кого-то чуть пониже и вайпнул хули там. Ребаф на боссе? На боссе сделаем? На приста бежит моб. На боссе сделаем. О, блядь, моб прибежал с самого начала. Лока Вергинса, принимите в пати, пожалуйста. Подходите к нему, мелики, в пизду, сейчас опять упадете. Опа! Попросил, чтобы пати ему дали. Кому?
Вергис, который ли. А, сейчас дам. Он же говорил, вот. Ну пусть плюсанет в общий чат. Плюсани в общий чат. Так, что, все здесь? Давайте, тяните моба этого. Давайте бафнем сначала. Да, давайте на боссе еще помрем. Медведь, перехватывай скелетом или что? Нахуй ты его так? Ну, разведите их в разные стороны. РДД, играйте по помощнику. По черепу играйте. И по вестнику. Милики, вообще уйдите оттуда. По вестнику играйте, смерти помощник. Череп поставил. По черепу все играйте. РДД. Все, убивайте милишна. Так, чё, кто у нас там самый крутой? На кого макрос на истерию писать? На Ауди? Давай на меня. И на Ауди. У тебя есть, блядь. Не на Ауди, не надо. У тебя, Артур, есть твой кулак, они не стакаются. Да чё ты, давай, да. Будешь, блядь, по этот. Ну, блядь, жажда смерти твоя, нахуй. Бля, пиздец. Танк еще не пришел, ты уже сагрил, блядь. Давай, забирай. Давай. Да, блядь, пополз. На минутку ты бежал. Так, ребаф давайте. Налока, наверное, ищите замену. У меня клиент завис, не запускает. Попробуй зайди не через лаунж. Паладин, бафы, пожалуйста. По магам.
Лисенок, ты кресты бафаешь. Бонбонита, ты тут? Бонбонита дает кулаки, она ретрик, а кот кресты, а каски пускай лисенок отдает. Че, ауди ливанул? Ауди ливанул. Он написал релок, релок он делает, а, он написал понятно, сверху. Да что-то сегодня опять выкидывает. Тебя не затруднит Бонбонита по медведю кулак дать на 10 минут? Ага, ауди. Поставьте шкаф. А, ауди, ты здесь? Нормально все? Не надо сумму? Вергис. Получается, минуя лаунчер запустить? Ну какие АФК, ребят? Блять, если срочно, давай. А чё, Роги на этом, да, сидят, чё, леди? Чё нету? Лок, получается запуститься, минуя лаунчер? Нет, вообще никак. Ошибку выдает и все. Попробуй зайти так, через... Через лаунч. Через администратора запусти. Паладины, дайте каску. Паладин, дайте по всем каску палати. По милишникам. Рыбу поставил, рыбу кушайте. Дайте кулак на 10 минут. Лок, чё так, ничего не запустилось? Пробуй, последний раз, наверное, нет. Ну, давай тебе... Комбы попробуй зайти не от имени администратора. У меня завис сам ЦЛК. То есть я была в ледяной короне, запустился, в ЦЛК не пускал. Перемотала комп? Еще нет, сейчас могу попробовать. Такой голос, как у моей девушки. Дайте вместо вот друиду, вместо креста, дайте каску на 10 минут. Какому друиду? Там. Да не каску, а кулак. Кулак, каска на нем висит. О, кулак на медведя, дайте. Бандиана, дай ему, или как там, бандита. Бандит. Да. Дам, сука, дам. Чего? С какой стороны там пати делили? Сейчас скажу, Ауди, погоди, сейчас лоб зайдет у нас. Лок, тебе что-то нужно с леди? Запад. Тут запад у Кчиса боешный падает, все. Ну, бои у нас анролом идет. А, ну, давайте, да. первая, третья пати слева. Вот так мы делаем. Первая, третья пати слева, вторая, четвертая пати справа. Так, слева у нас получается звездочка. С правой стороны у нас друид, печенька. Еще раз повторяю, первая, третья партия слева, вторая, четвертая партия справа. РЧ. Еще раз Вергис. Можешь повторить, какая пати где? Первая, третья пати слева, вторая, четвертая пати справа. Нимона, Бомбонита. Нимона, шаман.
Получилось, а принимайте в группу. Вот, лоб зашел в игру. Зашел, да? Да, принимай. Присоедини в общий чат. Дайте фуврибаф по лоху, пожалуйста. Второй паладин, дай каски по лоху. Каску по лоху. Марина, ты им покинула? Лисенок, паладин, дай каску по локам. Гвидо, маленькое уточнение. Кто БРит, говорите, чтобы сразу два БРа на одного не тратилось. Все, да, каску. Друид должен говорить. Че? Ну, кто будет... Рэл говорит, что БР, ну, друид говорит, что я БР, чтобы два БР не отдаться. Все готовы. Надо. Первая, третья пати слева, вторая, четвертая пати справа. Поехали. Запускаю. Как вы смеете, да, ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Мобы вышли. Эти мобы забирайте. Первая, третья пати слева, вторая, четвертая пати справа. Служи вышли, захиливайте рейд. Что-то, блядь, Артема, тебя вообще все мобы убирали. Нагиана, подними лука. Парочка странно было. В третьей пати, законтрольте человека. Шамана, не вона, контроль дайте. Танки, разойдитесь по своим местам. Моба сзади убейте. Первая, третья пати слева, вторая, четвертая пати справа. Моба выходит через 10 секунд. Приготовились, танки. Все, моба выходит, разбежались. Первая, третья пати слева, вторая, четвертая пати справа. Ты не в сих, противиться моей воле. Нагиана, по контроль за контроль. Контрольте ханта за манала. Мобов заливайте сзади, которые стоят на лестнице. Далеко был. Мобов со стороны лестницы убейте всех. Все свичнули с них. По скелету сыграли. Надо играть миликом, физуроном. По щиту отражение магии идет. Нормально, да, все улетит? Хорошо. Законтрольте. Контроль. Мага, контроль дайте. Первая, третья пати слева, вторая, четвертая пати справа. Мобы выходят, танки приготовились. Из лужи вышли все. В луже не стоим. Все, по мобам играем. Моб со стороны лестницы вышел. РДНшники свищили с него, убили. Там милики. Нормально, маг. Захильте рейд, хп поднимите. Ебать, чё, блядь, такое? Почему упали? На Гиану поднимите. Контроль. Спальма. Упала спальма, поднимите и на Гиану. Законтрольте бомбониту. Кто поднимет? Вихрь дайте. Пристабах можете дать? Прокси, друид, подними на Гиану. Тихо, я не в бою, не трогайте меня, не хильте. Первая, третья пати слева, вторая, четвертая пати справа. Мобы выходят, приготовились. Все, по боссу никто не играет, мобов убиваем.
Босса никто не трогает, убиваем мобов. Со стороны лестницы моб вышел, челимечки. Шаман, законтрольте пятой баки. Шаман и вихрь дайте. Сейчас он начнет трейд убивать. Видите свечность моба. Давай, переводите босса. Дисперсер лови. Или кто? Мишка побежал. Геру дали. Дайте Геру. Стою. Касы сбиваем. Законтрольте приста. Дайте ему вихрь. Умер, то есть. А чё, Геру не хотят дать, шаман? Я уже тебе написал. Да, у него. Да? Нет. Захиливаем рейд. Не ловим духов, по духов убегаем. Под контролем был, я тут спину. Держим ХБ, бомбанита, законтрольте, вихрь дайте. Из лужи выйдите. Друиды, транквил. Захиливаем рейд, поднимаем пол ХП. Из лужи выйдите. Захиливаем рейд. Зул же выйдет. Вставать, рестнуть. Неизбежно. На хуйня падает, я ебал. А ролить когда будем? Ролить будем по времени. А ребаф на кораблях? Да, ребафнуть там. Друид у нас танк в дискорде, слышите? Да, но он уже напал на мол. Ну это потанчи, я 2 минуты в туалет бегну. Давай.
что за дракон светится? Чемница, кому надо, мамонт поставил. Чинитесь, кому надо. Ранее заберите. Так, лоб в пушку. Вова на Гиану, садись тоже в пушку. Ника, Джанель. В дискорде? Прибавь, пожалуйста. Давай, Джанель, Ника, тоже в пушку. И... Виби, лок Виби, тоже садись в пушку. И диспетчер придет. Ты же ж, дро, здесь вообще прикольно стоять хилить. Я сам здесь хилю за рестора. Паладин. Помогу, пожалуйста, Мусаиду, каску и крест. Так, на перелетке у нас будет дисперсер. На нашем корабле у нас будет медведь. Паладины, дайте каску кулак по ДК. Дайте каску по ДК, обновите бам. Каску кулак. Лисенок, обнови каску кулак по ДК. Угу. Все, всем все посмотрим. Дайте крест по Мусаиду. Пало, спасибо. Готовность. Еще ж напомню, чтоб все эти надели. Медведь у нас на нашем корабле, ДК у нас на перелетке будет. Настрома завгар.